Друзья, приветствую! Зачастую, когда начинающие гитаристы решают освоить ту или иную композицию на гитаре и впервые видят ноты или табулатуру, перед ними возникает вопрос, каким пальцем правой или левой руки удобнее щипнуть или зажать ту или иную струну. Есть, конечно, определенные принципы, которыми следует руководствоваться, но здорово будет, когда вы сможете сыграть одну и ту же композицию альтернативными способами. Сейчас в качестве примера я хочу привести вам одну прелюдию ре-мажорную, композитор Карули. Я ее взял из хрестоматии для музыкальных школ с 1 по 7 класс, не знаю, там к какому-то классу она относится, и сыграть ее двумя разными способами. Так что вы можете тоже взять себе на заметочку эту прелюдию, использовать ее в качестве упражнения, порепетировать первым способом, потом переключиться и репетировать ее вторым способом. Для вас это будет полезно, как упражнение на раскачку правой руки, для того, чтобы ваши пальцы аккуратно и четко ориентировались по струнам на гитаре. Желаю приятного прослушивания и полезных репетиций. Спасибо за лайки и удачи!